На конкурс дети читают стихи. Старшая группа «Лучик». Ловский детский сад. Елена Шаломонова. День Победы. День Победы – это праздник, это ветер встает, много флагов западает, люди ходят и поют. Ветераны с орденами вспоминают о войне, разговаривают с нами о победной той весне. Там, в Берлине, в 45-м, после натиска атак, взвился соколом крылатым высоко советский флаг. Никогда забыть не сможем мы под подвиги солдат. Мир для нас всего дороже, так.